Ой. Это новый мерч, блядь. Рукожоп. Волосы не нравятся, все. Я готова. Всем привет! Я Маргарита. Я Ксюша. И вы снова на нашем канале. Сестрички Лай! Вы нас уже очень давно просили, чтобы мы провели 24 часа на кухне. И сейчас мы именно здесь. И будем находиться на кухне целых 24 часа. И перед тем, как мы начнем, вы уже знаете, что сделать. Подписаться на наш канал. И обязательно поставить лайк. А также подпишитесь на наш влоговый канал. Влоги выходят почти каждый день. Ссылочка в описании. А также на наш инстаграм, лайки и тикток. Все ссылочки в описании. Ну что, 24 часа начинаются. Мы еще не завтракали, поэтому мы сейчас будем готовить завтрак. Что же у нас в холодильнике? Ну, здесь фруктики, овощи. Там внизу помидоры, всякие йогурты, колбаса и сыр. Очень много сыра. А тут тоже очень много йогурта. Так, сейчас мы решим, что мы будем готовить на завтрак. Мы хотим сделать панкейки. Нам понадобится мука. Сахар. Ой. Сейчас мы хотим сделать разноцветные панкейки. Яички. Ну что, готовы? Мы решили покрасить наши панкейки зеленым цветом. Раз, два. Похоже на испорченное тесто. Ну что, ребята, мы уже готовы жарить панкейки. Наше зеленое тесто. Я себе решила взять зеленое молочко. Последний панкейк. Так, завтрак наш готов. Сейчас мы будем кушать. Такие вот панкейки получились. Зелененькие. Так, ребят, мы уже позавтракали и решили поиграть в настольную игру. Так, я буду раздавать карточки. Сколько мы сделаем? 4. Мы должны собрать все наши картинки. Вот в этом лабиринте. Карточки можно двигать. Это мои карточки. У меня тоже минус карточки. Что мы уже поиграли, и мы не знаем, чем нам заняться. Чем еще можно заняться на кухне? Целый день мы же не можем кушать. Я придумала, мы сейчас будем снимать видео в лайки. Вы, наверное, заметили, что мы очень часто снимаем видео на кухне. А знаете почему? Потому что здесь очень удобно. Мы сюда ставим телефон. Здесь очень хорошее освещение. В общем, вы сейчас все увидите. Берем телефон. Открываем лайки. Кстати, подписывайтесь на нас в лайки, кто еще не подписан. Вот у нас уже 2 миллиона. Сейчас мы выберем песенку, на какую мы будем снимать видео. Смотрите, вот так вот мы ставим телефон. И встаем вот здесь. Все видится красиво. Мы решили немножечко порисовать. Нам стало очень скучно. Мы будем рисовать вот таких вот девочек из топ-модел. Будем придумывать им одежду. Также здесь показывают, как рисовать одежду. Вот. Ну да ты запаришься, пока нарисуешь. Я буду рисовать клоуна. Я не знаю, что нарисовала. Смотрите, как красиво. Это новый мерч Билли Айлиш. Это Билли Айлиш придумала. Фиолетовые волосы. Их совсем не видно. Я решила нарисовать монстриков. Это лосины. Так, ребят, все, я нарисовала. Осталось еще приклеить обувь. Я еще приклею ей сумочку. Вот так вот. Ты
все, по-моему. Слушай, мне кажется, что нужно перекусить. Угу. Сейчас мы поищем что-то вкусненькое. Нет. Это не вкусненькое. Шоколадка. Мама спрятала от нас шоколадку. Ой, любимая шоколадка. Милка. Угу, она очень вкусная. Я буду заниматься гитарой. Мне нужно выполнить домашнее задание. Нет, вот она посередине, и значит, что струна правильно. Пока Ксюша там занимается гитарой, я придумаю нам что-то на обед. Так, у нас здесь есть немножечко арбузика. Фанта. Очередь. Баклажаны. Будем кушать баклажанчики. Так, мажу майонезом баклажанчики. Все. А потом сверху помидорчики. Кулинарное шоу. Все, кладем помидорки. Вип и синяя. Дальше. Вот так. И вот так. И наш обед готов. Вы сама сделаете рукожоп. Все, обед готов. Так, приятного нам аппетита. Вот, берем хлебушек. Вот, и кусаем. Что мы будем делать, когда покушаем? Не знаю. А, тоже знал. Так скучно на кухне. Ну что, ребятки, мы решили поиграть в Roblox. Это моя кухня, это мой зал. Лай, пчела, есть жаба, у меня есть куала, у меня есть какая-то странная, не знаю. Ред панда, есть какая-то собачка, обезьяна, еще собачка, еще не знаю что. Я сейчас пойду на площадку, потому что моя кошечка хочет на площадку. Потом в душ. Диван. Я сейчас хочу переодеться. Почему нет? Не знаю, какое лицо. Только черное. Волосы не нравятся. Все, я готова. Ребята, я купила кицуну. Я на компьютер быстро прикинула. Вот. Нам стало скучно, и мы решили покататься на скейтбордах. Это лонгборд, а у меня пенниборд. Хорошо, что у нас кухня длинная. Я катаюсь, кушаю кукурузный плащ. У нас уже вечер. И нужно, по-моему, перекусить что-нибудь. Ксюша, у нас там еще остался арбуз. Будешь? Угу. Я еще не кушала. Ох, наш арбузик. Так, сейчас мы его порежем. Так, арбузик нам мама уже порезала. Он очень вкусно пахнет. И он очень сладкий. Ксюша, ешь быстрее, а то я съем. А вы заметили, что у него нет косточек? Только белые. Мы решили поиграть немножечко со слаймом. Мы уже давно не играли со слаймами. Да, очень давно. Сейчас мы их покрасим. Здесь у нас красители. Да, очень зеленый. Идем. Розовый. Что сделать нежно? Я тоже. Посмотрим, как оно красится. Что надо добавить? И такое зеленое у меня получилось. Вообще-то, ребят, сейчас уже 12 часов ночи. Нам уже пора делать себе кроватку. Так, сейчас мы попробуем надуть узы. Давай, давай. Он сразу... Моим не получилось, потому что он слишком жидкий. Ну, он, по-моему. Ух ты, вот это. Блин, все нам... Ну что, ребят, нам уже притащили матрас. И вот так вот выглядит наша кровать. Здесь будет спать Ксюшка. А здесь буду спать я. Мы будем спать на одном матрасе. И Бунька тоже вместе с нами. Все, ребята, мы будем спать.
Надеемся, вам понравилось это видео. Если это так, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До банька. Всем пока, а мы будем спать. Все, ребятки, мы будем спать. Всем пока. Слышу, мой принцип. Ты сюда.